Очередное заседание по делу яхт-клуба Одесской мэрии не видит незаконности в его строительстве. Представитель городского совета в суде поддержал сторону застройщика. В мэрии настаивают, что строительство яхт-клуба полностью соответствует целевому назначению земельного участка на Французском бульваре. А прибрежно-защитной полосы официально в Одессе нет. Поэтому водный кодекс застройщик не нарушает. Земельна ділянка спільна, вона розташована, зокрема, в рекреаційній зоні зелених територій. Відповідно, така рекреаційна зона призначена для виконання активних рекреаційних функцій та, відповідно, її допустимим видом використання, серед іншого, є розташування саме яхт-клубів. Напомню, Одесская мэрия отдала территорию возле трассы здоровья прошлого года. Там Варда Плюс собирается построить яхт-клуб, а в дополнение еще разместить 3 многоэтажных дома, паркинг и обустроить собственный выход к морю.